Я командир 3-го штурмового взвода 110-го полка отряда штурм-лейтенант Махмутов Вадим Эдуардович, 10.11.1993 года рождения. Я младший лейтенант Чаловский, командир 2-го штурмового взвода 110-й штурмовой бригады, 28 февраля 1981 года рождения. Я капитан Макаров, командир 1-го взвода 110-й бригады штурмового отряда «Шторм». Хочу обратиться к верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны Шойгу. Первое, чтобы обратили внимание, как командованию 110-го полку ДНР Донецкой народной милиции, к их нехалатности, то, что каждый раз он отправляет нас просто на убой, как мясо. Так как нету ни поддержки, ни авиации, ни техники нету. Чего вообще, для чего нас посылают? Просто тупо как мясо, как фарш, чтобы нас искоренить. Хочу поддержать своих офицеров о том, что при отправлении личного состава на штурм происходит 200-е, 300-е, которых мы вытащить не можем. Из-за того, что происходят выстрелы, обстрелы, и последним нашим выездом согласие личного состава, так что закончилось у нас БК, но воевать нечем было. И 24 магазина на каждого солдата, на что он. Мы решили добровольно сдаться, офицеры и солдаты.